Сегодня региональная национальная культурная автономия белорусов Ростовской области совместно с администрацией Кагалинского района проводят фестиваль Купало. Здесь сейчас будет проходить венки на воду бросать. Это то есть по обрядам, купальским обрядам. Вот. Потом прыгать через костер, очищаться. Девушки загадывают желание, когда там прыгают через костер и бросают венки на воду, чтобы выйти там замуж удачно. Вот. Затем, вы видели, уже водят хороводы. И взрослые, и тут же дети. То есть идет народное гуляние. То есть люди радуются, люди готовы видеть друг друга. И самое главное, что это все служит для того, чтобы укреплялись дружбы между народами. Потому что на сегодняшний день здесь присутствует более 24 диаспоры уже. Я встретил руководителей. Этот праздник дает возможность нам окунуться к своим историческим культурным корням, а с другой стороны показать многообразие всей славянской культуры и украинцев, и белорусов, и, естественно, русских. Ну и сюда же мы в обязательном порядке приглашаем руководителей других общин, землячеств всего нашего многонационального Донского края. Мы имеем возможность познакомиться с творчеством замечательных ансамблей, которые приехали сюда из разных районов, не только Кагальницкий, здесь и Зерноградский, и Тацинский, и Веселовский. И видите, в этом году приехал коллектив из Донецкой Народной Республики. То есть как география участников и гостей с каждым годом становится все шире и шире. Ну, мы пришли из-за того, что узнали об этом. Нам стало интересно посмотреть на забавы, на конкурсы и вообще все. То есть понять, как это все, каково это было.